Новая аллея появилась в Барнауле, недалеко от медицинского университета. Накануне студенты, преподаватели и профессура вуза высадили 15 голубых елей. Саженцы высотой в 1,5 метра. Их закупили в соседнем регионе, Республике Алтай, и специально привезли в Барнаул в преддверии 65-летия университета. Отметим, одна из елей как раз посвящена предстоящему юбилею вуза, а 14 других – ученому мам медицины нашего региона. Аллея так и называется в честь почетных профессоров Алтайского края. Это не просто дань уважения и памяти, это прежде всего понимание того, что человек заслужил быть упокоенным не только в памяти, в душе, но и в делах. Сегодня это дерево, завтра это доска, книга и так далее, научный труд, научное открытие. И все это можно причислять к достижениям каждого ученого.